Длина лопасти 54 метра, сделанная из стекловолокна весом 12 тонн. В этой гондоле стоит синхронная электрическая машина, вот, которая на выходе дает переменный ток с низкой частотой. Это все выпрямляется и идет через инвертор, который на выходе дает уже переменный ток промышленной частоты 50 Гц. И ну, в общем, с гондолы выходит переменный ток с напряжением 35 кВт. Ну так, 15 вращений за станции, 35 кВт собирается. Если посмотреть, видно, что она изогнута в конце. Высота мачты. Блин, не помню высоту мачты. 94 что ли метра. И фундамент уходит на 28 метров. Так, мачта, чтобы установить такую мачту. Сейчас ветер порядка 13 метров в секунду, и эти ветрогенераторы работают на полную мощность, то есть свои паспортные там 3,075 мегаватта выдают. То есть сейчас вся ветроэлектростанция выдает свою номинальную мощность 200 мегаватт, 65 таких установок. Вот так, да. За год ветроэлектростанция дает 608 миллионов киловатт-часов. За прошлый год столько выработали. Некоторые из ветряков сейчас находятся в обслуживании. Не крутятся. В результате эксплуатации 20 лет при надлежащем техническом обслуживании.